Привет, мои звездочки! Сегодня мы будем смешивать вот эти два слаймика, которые были в прошлом видео. Вот. Я уже боюсь их брать руками. У нас были все синие руки. Да, и красные. Эллен сейчас изменит слайм. То есть два слайма сделает в один. Давай. Давай. А вы напишите в комментариях, нажмите на паузу, какой получится цвет из этих синего и красного. А мы погнали. Начинай. Раз, два, три. Перемешиваем. Я блесточки добавлю. А, да. Пишите в комментарии, как вы думаете. Какой получится цвет? Да, мне кажется, фиолетовый. Это такой, как ночь, фиолетовый с блесточками. Блесточки это какие-то звезды, а вот это слайм будет как ночь. И смотрите, какой цвет получился. Я так и знала, что получится фиолетовый слайм. Такой слайм. Что получается? Я сначала не хотела их смешивать, а потом мне стало интересно, какого цвета будет. Получился фиолетовый цвет. Вы видите? Ребятки, напишите в комментариях, что бы вы делали с таким большим слаймом. Я бы с ним играла каждый день. Давайте мы сейчас дадим в него блесточки. Я буду давать, наверное, все блесточки. Погнали! Ой, у меня крутится блесток. Посмотрите, как много блесток. Вот что получилось этих слаймов, которые были в прошлом видео. Мне он очень нравится. А вам нравится? Хлебушек, делай другой. Хлебушек, делай Ребятки, а вы любите играть со слаймами? Если любите, ставьте лайки! На этом все! Всех люблю и всем пока! А кто не подписался, не забудьте подписаться!